Школа фотографии Open Photo представляет. Классная камера. Возьмите Canon. Canon? Друзья мои, что вы можете сказать по поводу прошедшего события? Ну скажи. Язык покажет. Нет слов. Нам все очень-очень понравилось. Вот. Очень познавательно, и особенно вот эта лекция про лезущего на дерево. В общем, да, разбор фотографий очень содержательный и прикольный. Ой, спасибо. Мы у вас впервые, мы очень-очень, приятно мало сказать, мы очень рады, что мы у вас. А, супер, спасибо вам огромное. Вот. Вот. В общем, что хочу сказать. Много я тусовок видел фотографических. Именно тусовок, которые выезжают, фотографируют, увлеченные, все дела. Но такого душевного коллектива я нигде не видел, чтобы все как бы об одном таком интересном деле, как фотография, больше как бы, вот, уделяли внимание. Вот. Мне очень понравилось. Класс. Да, вообще отличная фотошкола, вообще отличная у вас задумка. Я вот до этого, пожалуй, снимал больше пейзажи, я люблю реализм. А тут абстракция. Именно вот ваши идеи как раз заставляют меня осваивать новые жанры, что вообще прекрасно. Просто спасибо вам большое. Думаю, в будущем еще поснимаем очень много всего интересного. Я буду краток. Значит, после сегодняшнего просмотра мне захотелось на какое-то время оставить мои портреты и еще раз попробовать поснимать пейзажи. Да. Я на самом деле вообще очень рада, что я вас нашла. Вот, это было летом. Я была очень грустная, но вас нашла. И мне даже в грустном состоянии было с вами хорошо. Вот, и с тех пор я очень рада и не хочу даже уезжать от вас в Питер. Я собираюсь уехать в Питер? Да, я прям даже не знаю, как я уеду, потому что здесь живы. Но мне кажется, что я буду приезжать снова. Там жить негде, не надо. Мне и здесь негде. Так что, вот. На самом деле, я вас очень не любила за это время. Спасибо большое. Я там частенько бываю, так что будем видеться. В этой школе мне больше всего нравится то, что это не классическая школа, где есть преподаватель и его ученики, а именно клуб по интересам, где общаются между собой не только традиционное общение, но и фотографы общаются между собой, обсуждают очень иногда резко, критикуя снимки друг друга. Вот. И это очень приятно, это действительно дает рост каждому из фотографов, потому что он видит и свои недостатки, и любуется произведением других. А мы хотим сказать, мы ждем с вами встречи еще. Посетить еще что-нибудь такое? Будет. Будет обязательно. Проявить себя и выслушать все разборы, которые мне можно. Они оказались очень забавными и настолько... Вот эти разборы, они как бы тебя не опускают. Они наоборот тебе дают как бы это стимул, и они как-то... И, кстати, внимательность повышается. Да, понимаете, вы же на самом деле делаете совершенно гениальные вещи. Это очень здорово.